Кончились. Ну, а что ты со мной бухаешь? Ну ты же мне друг. Слышь, друг, а давай девочек позовем, а? Никогда! Никогда в моем доме девок не будет! Мы к ним поедем! Помогите, доктор! Что? Что случилось? А вы что, сами разве не видите? Да вам таблеточки пить как, надо. Какие таблеточки? Ну, чтобы вывести железо из организма. Вы в своем уме? У меня топор в спине! Ну да, ну да. Как это случилось? Ну как случилось? Ну я дрова рубил, сильно замахнулся, топора нет, а спина болит. Что характерно. А что рубили? Да какая разница, что я рубил? Ну, березовое поленье я рубил. Березовый сок остался на топоре. А березовый сок очень полезен для организма. Знаете что, милочка, давайте вы походите так недельку, а через недельку, если не станет легче, я выпишу вам двойную дозу. Второй топор. Тебе сейчас выпишу второй топор. Сейчас достану топор. Я тебе выпишу по самой гланде. Ты понял? Ты докторишка. Сейчас достану и выпишу тебе по самой... Понял? По самой... Мужчинка. 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 Здрасте. Вася, дорогой, здрасте. Дай, пожалуйста, нам гипс. Это не тот, что Мел гипс, а вот этот, который гипс, который на руках одевается, и такой, опа, и каркас. Гипс. Гипс. Мешок. Мешок. Мешок гипса. Есть? Есть? Ой, какой огромный. Вася, это отличный гипс. Видишь, да? Да. Теперь надо еще в канцтовары зайти. Вася, зачем в канцтовары? Вася, надо еще картон купить. Какой картон? Зачем картон? Вася, будем гипсокартон делать. Гипсокартон, Вася? Да. Да ты гений, Вася. Конечно. Подожди, тогда нужно еще и профиль. Профиль, Вася, мы у него отрежем. Отлично. Это и товарищ аптекарь. У вас есть нож и зеленка? Есть витаминка. Отлично. Тогда нож и витаминку. Да. Иди сюда. Иди сюда, Вася. Сюда иди, Вася. Иди сюда, я тебе сказал. Тю, а что? Да иди сюда, иди сюда, и ты иди сюда, и ты иди сюда. Сейчас что он нам тикает нос, я не понял, а? Он завидует. Завидует, Вася, он видит. Он не армянский. Возьмите витаминки, никто не берет. Что за витаминки? Витамин, не Вася, бери свой гипс, понял, да? Забирай свой гипс и пошел домой. Подожди, что за витаминки? Что они делают? Это не гипс. Что ты мне вообще толкаешь? Что ты меня трогаешь? Я не понимаю. Кому ты рассказал? Что такое вообще? Хватит мне. Вот так у тебя. Ничего себе. У тебя не просто. Я узрел. Что у меня? Это не гипс. Это мой магнитофон. Гипсантофон! Гипсомагнитофон! Гипсантофон! Пока нас милиция не спалила, я ухожу через черный ход. Значит так, в эту субботу всем коллективам едем ко мне на дачу! Берем кучу водки! Заказываем девочек! А кому-то и мальчика! Едем без жен и без мужей! И обязательно, обязательно берем с собой Лососева! Он, как всегда, будет бегать голенький, пьяненький по соседским клумбам! Ответственным за водку и девочек назначаю... Ты понял, Лососев? Так! Ты понял, Лососев? Лососев! А? Ты понял? А? Что? Повторяю для тех, кто в танке.
в эту субботу мы всем коллективом едем ко мне на дачу вскапывать мой огород. Ага. Берем с собой жен, детей, бабушек, дедушек. Чем больше народу, тем раньше вскопаем. Понятно? Да. Ответственным за лопаты назначаю тебя. И никакой водки. Ты понял? Да. Понял? Да, да. Хорошо. Все на выход. Вася, если ты сидишь в своем маленьком захолустном городишке, Вася, вот там и сиди, понял, да? И въехать не надо вообще, понял? Сиди в своем маленьком городе и сиди, понял, да? Вася, почему не надо ехать? А кто у нас будет покупать эти апельсины, мандарины, где нас пили, как вообще петли? Слушай, Вася, и не понимаешь, что ли? Если они сюда понаехают, они будут свои точки открывать, понимаешь, везде, и продавать свои апельсины, арбузы, бананы, мананы, всю эту ерунду фруктовую, понимаешь? Вася, так вы определитесь, вы вообще едете или нет сюда, я не понимаю. Вася, вы вообще понаехавшие, я не понимаю, вы либо приезжайте, либо не приезжайте вообще. Чё нет? Вообще ромашку устроили, еду, не еду, соп распустил, едьте, сиди, мужик, договорись с вами, понял, да?